Всем добрый день. Что у нас? Электропила. Практически новая. Бренд Vintage. Так, здесь тормоз включен. Со слов владельца не включается. Перестал включаться. Так, здесь тоже контрольная кнопка на ручке. И здесь нажимаем же контрольная. И нажимаем. Она не хочет. Странно. Так, ладно, отключаем от сети. Даже щетки, я думаю, они не могли выйти так быстро из строя. Что, открываем, снимаем вот эту декоративную пластину на ручке. Так, вот под диваном снизу. Есть. Так, откручиваем саморезы. А что ж такое? Так, не забываем, вот здесь всегда находится еще маленький саморезик. Не ломаем ручку. Все, саморезы все откручены. Сейчас посмотрим, что же здесь могло произойти. Так, еще, в принципе, новое. А вот, ребята, я и вижу причину. Вот, смотрите. Тут даже без тестера мастер обошелся. Смотрите. Вот, все три винта докручены, а этот как сопля. И вот, смотрите, из-за неконтакта уже начало плавиться вот здесь весь пластик этот. Вот такая. Вот так косяк допустил китаец на заводе Vintage. Вот так вот просто не докрутил, усилия не приложил. Какое-то время владелец поработал. Винт открутился, и все, было недожатие контакта. И так искрило, искрило. Начал пластик плавиться. Ну, здесь даже я не буду дожимать. Будем менять кнопку однозначно, по той причине, что уже, скорее всего, там пластик наплавился. Ну, гарантии никакой, чтобы вот так вот новый аппарат и опять накосячить, как узкоглазые, скорее всего. Так, и расскажу вам о том приколе, что кнопка здесь, вы простую не поставите. Для электропил здесь одна из обмоток статора, приводящая в движение якорь, а вторая, которая экстренно быстро останавливает уже электродвигатель. Вот смотрите, вот сейчас вне нажатом положении контактная группа 2 и 4 находится замкнутая. Когда вы нажимаете, 1 и 3 замыкается, подается напряжение на одну из обмоток статора, она запускается, и в то же время контактная группа 2-4 размыкается. Когда вы вот так чик, сейчас, нажали, то 2 и 4 разомкнулись. Когда вот так отжали, уже останавливается электропила, то тут на 2 и 4 замыкается. Вот так вот. И не перепутайте, ребята, ни в коем случае. Вот, смотрите, есть вот такая обычная. Здесь контактная группа, как обычная, спаренная. То есть 1, 3 нажимается, и что тут, 2, 4 нажимается. А вот нам нужна вот такая, именно для электропил
данного типа. Где оно? Не вижу, ребята. Сейчас, короче, с тестером надо проверить, какая из них она. Совсем что-то не вижу конкретики. Установили новую кнопочку, можем теперь проверить. Так, есть положительный результат. Все довольно-таки просто. Смотрите, если вы не найдете даже такую кнопку, можно как вариант выйти из положения. Так, вот где у нас эта вот кнопка, что по стандарту, как обычно, не для электропилы. То вы можете задействовать только 1.3, а 2.4 ни в коем случае не надо. Откиньте провода, и у вас будет просто накатиком идти остановка электропилы. Если вас это устроит, то можно применить данный вариант. Все, у нас реабилитация прошла пациента винтечевского положительно. Если было полезно вам видео, поставьте лайк с вас. Можете подписаться на канал. Здесь технически есть ремонт электроинструмента и бытовой техники. Всем удачи в ремонте. Пока-пока.